Ну, я бы с тобой не общался даже, или бы просто Даже я жалко набил будет. бы ебало. Наверное. Не знаю. Не буду славить. Поднимать. О, приветчик! Поднимать, как ты делаешь, что новое? Ты уже не скололся. Я так же кашляю от дури. Мне пизда. Ширка, то же самое аналогично. Да не, малолетки курят, блядь, и не кашляют. Это я, сука, уже так накурился. Срезал этот ёбаный плантар. И прикуриваюсь, и не могу курить вообще. По два, по три дня не курю, маска. Ой, ширка. Маска. Да нормально, похуй. Лучше пусть бы погоняла маска там сегодня. Хуйню пишет. Лично не знаете, блядь, кино пишет. Ай, блядь. Ты не читай мои скажу. Донаты, залупа, блядь. Свои да читай, хуесос ебаный, блядь. На ширку набрал уже. Иди нахуй, пидор, блядь. Шорит. Пизди, чтобы, блядь, не сука злые. Не пиздят, видишь? Не хотят мопсы пиздить. Да, что-то. И зачем, что люди хотят сейчас хотят? Знаешь, пиздить. Спокон веков люди хотят хлеба и зрелищ. Да, жрать постоянно, типа, да. Не, ну так она повелось. Да, так все время, блядь. Да. Вот зрелище ты им дал. Весь мир. Моб взорвал YouTube. Да, ну смотрите, с чего все началось? 4 года в эфире, да? Так 4-й год, блядь, вас, чтоб ты знал. С клипа, да. И, блядь, я... Серег, ну... Не, началось не с клипа, началось с первого... А? Ну да, это, началось, знаешь, с чего? Моб заехал в хату. Самый первый, блядь, я заехал. Там дохуя миллиона, ну, 3-2 миллиона было просмотра, удаляя это видео. Два раза. До миллиона доходит. Раз удалили видео. Потом еще раз закинули. Еще раз до миллиона доходит. Раз сбили. То я начал кричать. Еще на тюряге сидел, понял. И начал кричать, блядь, YouTube, где мои бабки, да, сука. Да, да. Но, из этого сразу... Да, а началось так с этого клипа, моб заехал в хату. Ты не смотрел этот ролик? Ну я понял, что ты набрал там нормально. То есть, да. Если бы эквиваленте суммы, то есть были бы могли бы как-то. Ну не ах, блядь, ну прикинь. Ну да, и ты начал нормально. И вот пошло, блядь, потом уже освободились. Сейчас же сам вещаешь, да? Потом пацан с Новосибирска. В Киеве учился, показал нам, как стримы вести, вел с нами пару месяцев, потом мы нашли сисадмина, а уже 3 года с нами Костя, понял? В Москве. Пиздец, дядька, блядь, делает батасы, нахуй, что касается, блядь, интернета, блядь, всю хуйню, понял? Именно компьютеры в этих, понял? Ас, понял? Настя, говорю, Настя, ау, что такое, мальчик? Что ты мой хороший? То выведи его на улицу. Он был. Ну так то Дима запустил. Ты выведи, он гулял. Пошли. А, вот иди. А это правда, что сейчас Зеленский дал конкурс типа на качество марихуаны, что можно свои образцы сдавать, потому что будет легалайз. Да, такой собаки. Я не знаю. Нет. У меня такой контент, что политика тут будет. Понял? Я понял. Я про легалайз. Знаешь, как есть футбол, а есть около футбола. Да, да. Вот это типа, я около политики. Обжарил, сбил свою мать, бутылка чапат. Ох, блядь, и пиздец. А вот мне это, блядь. А мне это я сюда. Да курить августа, ребят, нет. Август меня. Вы тупил, да не, вы гоните, что, ёбнулись, блядь. Да не, нихуя. Блядь, вот мы котов накуривали, понял? Я тоже. Мы котов накуривали. Помню, да. В это, блядь. И в аквариум, понял? Положили в аквариум. А где ты есть? Стеклом закрылись. Пошли, и это. И накурили. Знаешь, хапанул на пас. А и, блядь. Ебало пищит, блядь. О, сделай масло. Нужно сделай масло. Нужен только газ, обычная бутылка. Его можно хавать и курить. Узнай, хуйня делов. Легче будет. Да и прочесть повысится. Да. Концентрация же. Слушай, дядька, ты пробовал, Ширка, слышишь? Ты пробовал в эфире и в спирте? Вася, это такая хуйня. Я первый раз когда хапанул, вот, чтоб тебе не спиздеть, 5 часов в холодной воде в бане только менял. Я в зоне сидел на буче. Там старая вахта мусорская, и уже сделали с нее, короче, зэком. Козлы там сидели, блядь. И вот, короче, там сидел, блядь, завхоз промзоны и завхоз столовой.
в одной коптерке, там у них два кабинета было. Потом электрик, художник зоны на этой хуйне сидели. И внизу там на первом этаже ширпотребщик. Так вот этому электрику, он сам с Хмельницка. Пацаны приехали, привезли баночку такую. Проходила, отвечаю, прям по аптеке. Не надо не передавать за ноги платить. Прям в аптеку. Вкидываешь, накупил аптеки себе, вкинул, маякнул, это пацану, тот пошел, подписал заявление.